Так, добрый день. Сегодня у нас распаковка. Здесь у нас такая две маленькие посылочки. Эта посылка стоит 16 центов. 16 центов. Тут у нас тормозные колодки для велосипеда. Как раз стерлись у меня. Вот замена пришла. 16 центов. Такие вот. Фу, запах. Понюхай. Запашок у них, конечно. Ну, за 16 центов вполне приемлемая цена. Колодки хорошие, толстые. Думаю, месяца на полтора, на два хватит. Так, ну ладно, это такая посылка обычная. И вот тут что-то такое. Стоит оно доллар 18 центов. Честно говоря, я вот догадываюсь, что это, но... Ага, ну да, это валики для чистки. Ну, это насадки на валики, как я понял. И что это? Почему они такие дорогие? Что-то я как-то мимо снимаю. Так, вот они. Чистить одежду. От меха счищать пыли. Ну как все время. Когда я что-нибудь снимаю, начинают приходить, что-нибудь спрашивать, говорить. Поверхность довольно липкая. Ну, в принципе, я пробую. Вот я на поверхности вот провел. С этой липкой катушкой. Вот, пожалуйста, она уже довольно грязной становится. Еще попробую. Ну да, чистит она неплохо. Да, чистит она классно. Ну ладно, вот такие вот две посылочки у меня сегодня. Ссылку на катушки на эти дам в описании. Заказывал их на Алиэкспрессе. Она просила. Всем удачи, ставьте лайки, подписывайтесь. Неудачно сегодня у меня посылочки, но бывает такое.